надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Артём, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Я думаю, мы сейчас на пороге ада. И встречает нас лично сатана. Артём, давай ко мне. Где ж у него кнопка? Ага. Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Дьявольщина. Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие! Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляции. С ней мы сможем поднять стержни. Ты будь туда, я отвлеку эту тварь. Но сейчас или никогда. Thank you.
Мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Артём, это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем, снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо.
А вон и Ульф. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Спокойно. Спину, спину берегите. Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем крепление.
Ты на вкус мой не очень. Стой! Проклятие, огонь! Вперед, вперед! Тихо. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Каким-то образом сюда поднять. Демоны! Прячься! Подыхай, тварь! Беги, Артём, беги! Систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках.
Остановите его. Уничтожьте его. Артём, прием! Слышите? Контакты. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Yes.
надо истреблять. Уничтожьте его! Остальные уничтожьте его! Мы не позволим ему! Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили.